Итак, мы пришли в очередную священную дату в великом движении Бога Солнца, Ра, Ахура Мазды, Митры, Азириса, Христа. Сегодня 23 сентября, день солнечного стояния, одно из четырех или восьми пунктов, точек, где Солнце останавливается, совершает свой коловорот, проходит свой великий юл, движение Солнца. И вот сегодня вот эти все древние наскальные рисунки, сакральные знания, тоже ориентированы по движению Солнца. И сегодня мы будем 23 сентября, посмотрим, какой эффект, что сегодня нам преподнесет Бог Солнца. Божество Солнца. Опять же, Солнце зайдет с Каспийского моря. А уже тело. Все мы сейчас ждем восхода солнца, и даже вот сфинкс, дракон с нетерпением вглядывается в море и ждет, когда же солнце взойдет. Уже миллион лет он ждет, каждое утро приветствует восход солнца. Здесь, в Гобустане, тоже это центр культа солнца, бога солнца, и как у майя, приносили жертвоприношение солнцу. И вот здесь мы видим вот эти чаши, вот этот камень. Жертвенник, алтарь, где приносили в жертву солнцу. В общем, жертвоприношение солнцу, да, так скажем. Ну, значит, мы видим, что вот ладья солнца, которая перевозит солнце, она ориентирована на восток, тоже сейчас ждет восхода солнца. И мы видим вот здесь вот уникальную пирамиду, то есть ребро, стрела, указывающая, опять же, на восход солнца. То есть мы здесь видим, что вот эта вот стрела, и опять ждем восхода солнца. Когда оно нам явится. Явись, явись, Ярила! Кроме нас, здесь еще вон группа магов ждет солнце. Все ждут. Мы все ждем солнце. Давай, давай, вот оно. Уже. Приветствуем тебя, солнце!
Вот оно, сходи. Хай! Хай-я! Ходи. Здесь вот эта пещера, вот этот камень, угол, делит год на две половины. Значит, сегодня последний день, когда солнце освещает вот эту сторону, эту пещеру. Вот эти рисунки. То есть, все, летний полукруг заканчивается, летняя половина круга заканчивается, и уже с завтрашнего дня, все, это место, эта сторона будет находиться в тени, уже уйдет в зиму, а солнце будет уже освещать ту сторону скалы, то есть уже будет работать зимняя половина года, темная сторона мира, то есть мокрый путь. До этого работал сухой путь, солнце восходило, с завтрашнего дня оно уже будет совсем уходить вниз. Ты пока сверху спустились сюда, да, опоздали к этому инструменту засечь тень. Как 22 сентября, 23 сентября 2012 года. Чуть-чуть мы наверху то, что проверяли, те работу солнца на тех скалах. Сюда чуть-чуть, к этому инструменту чуть-чуть опоздали. Ну ничего, может еще тень сейчас появится. Посмотрим. Хотя солнце уже высоко, да? Оно очень быстро восходит над горизонтом. Элабир вабу. Пуди сгинь. Сними этот момент. Ben 9 sentyabrda çekmişim, bunu da çekeyim ya. Görün abi. Bak. Değil mi sen kendi? Benim keçim özü. Bu karnınızı da çekeyim böyle bir video için. Şöyle bir. Hı, valla. İyi. Bundaydı da, kölye buradaydı ha? Kölye... Bura düşmüştü. Yok aslında kayağın... Meli bu neçenci aydı? 10, 10, 10. Yok oraya düşebilmez. Oraydı da hemen gördüm. Ben değilim ya. Şimdi koy çıksa... Ağırlasa o şeyde olmalı. Danadan ya da... Orada şey var, çukur var. Ama Selim abi bak. Kölge. Orada çık, bak, oradan onu, çek. Bak onu çek. Kölge. Bak geldi kölge. Çek. O tecrübe ürünle onu tehin edebilir. Tehin idiot точно по направлению лодки. А, тяжка будет, бу. Просто он камень дал усадку, здесь даже видно трещины, и он чуть-чуть ушел вниз, камень. А на самом деле он чуть-чуть должен быть в приподнятом состоянии. Уже бра, кышта, уже тушмира, сентябрь, да? Кёльге. Гюнеш сэр бурдан. Кышта ахрында дефа су ичир. Daha sonra görülse bilmi, tezden kaydır dağlı. O şeyden su içebilir. Kışta ise içebilir. Ona göre mecbur olup geriye kaydır. O 22 dekabrda uca et. Yaman üstünde kristal var. Ekvibilirist gibi durur.
Bu maralıdır ki, bu bədbax obyekti muzeydə registrasiya eləmirlər. Nə qərarlar? Muzeydə qeydə almırlar da, belə obyekt var yoxsa yox. Bizim mən demişəm, yazmışam. Ha, istiqanaşın da budur sənin. Ну а тут вот мы видим огромный менгир, который смотрит опять же в сторону восхода солнца. Это страж неба. И они, как на острове Пасха, как раз те самые длинноухие, то есть древнейшие вот этот мегалит, который сторожит небо и смотрит на звезды. Пирамида, кстати, внутри которой есть помещение, камера. Внутри можно. Залазить. А вот сюда там другой бы достать. Здесь вот. Центр. Как колбасит. Обудок. Обудок. О, для как солнца. На Мачу-Пикчу камень для привязки солнца. Искусственно вырезанный какой-то момент. А вот здесь вот камень-бубен. Кавалдаш. Шаманский трансовый инструмент. Зиккурат. Такая пирамида. Ступенчатый. А, уже там. Семя орна бұна арасында чейна кеда олар. А эле пашты... Чейда? О, дүнияда ән сух яйлмыш. Демәлі, тәгвім бірінді бұрдан баштайды. Калачакралар. Güneşi, ili güneşine nişar edirlər ve bölürler ili neçesi. Yul, да, айса, yul, велики. Ама зато, ба, бұ нәді? Байысы? О dünya, bu dünya. Айса. И үш тәне рерик гел, бұны өз için чей сетсіблер. Бұны дейбіз, да, чей? Ба, бұ тәрәфте уже позлы. Ба, бұны чәкейм, сән біраз кет. Ба, бұ бара, ба, бұ. Бұ çox маралы. Нәе girmək üçündür bu? Öyle ha, neye giriyor? Солнце. Уже знак солнца. Bak ama. O da bundan değil. Öyle bir de en büyük kurinli bu değil.